Всем здорово, ребятки, меня зовут Павел, и мы продолжаем крутить педали соло выживания с Пафнутием. Вот здесь вот зерно карты отображено, правила игры и так далее. Можете посмотреть зерно, оставляю в описании, как, между прочим, и ссылку на русификатор. Так, Пафнутий, ты у нас что, восстановился? Хорош. Пойдем сажать с тобой деревья. Здесь я грядочку расчистил, к сожалению, местный декор в виде травы исчез. Давай, сажай тут чё. Ага, раз, два, три, четыре дерева должно быть. Ага, сразу поле удаляем. Выделяем Пафнутия и идем исследовать грибы, наконец-то. Сколько тут у нас процентов исследования? 55. Ничего себе, ковыряет в носу у оранжевых грибов. Хорош, шлепоцветы открытые. Я никогда раньше не видел таких грибов, поэтому дал им оригинальное название шлепоцветы. Они довольно ядовиты, но теряют большую часть своей тактичности, естественно, токсичности, когда созревают и начинают светиться. Я думаю, что они станут достойной заменой овощам, если их собрать и приготовить, когда они полностью созреют, однако они по-прежнему немного ядовиты, если употреблять их в сыром виде. Самое главное, они обладают некоторыми целебными свойствами, и из них можно приготовить простой лечебный бальзам. Открывается сбор урожая шлепоцветов, изготовление лечебного бальзама на верстаке и постройка грибных факелов, а также посадка грибов. Так, хорошо. Также у нас Пафнутий улучшил интеллект до 3. И на обратном пути, Пафнутий, мы выбираем тебе ферму шлепоцветов. Здесь 50% роста, что маловато, как мне кажется. А давай мы аккуратненькой чередой вот так вот. Или чё? Вот примерно таким образом мы разместим здесь шлепоцветы вдоль. Хотя было бы классно, если бы они были вот... так вот у нас. Да, вот эту грядку мы удалим. Рисуем грядками. Ой, канун Нового года, слушай. Давай сначала хотя бы одну грядочку, потом уже отпразднуем. Отлично, началось празднование Нового года. Замерзший, легкая гипотермия, хватается за голову, ходит и запускает шикарные фейерверки. Где ты их взял, Пафнутий? В каком кармане, а? А чё, один всего? Сколько лет, столько и фейерверков, что ли? Ну ладно, садись кушай, ложись отдыхай. Утро нужно будет начать, естественно, с грядок. Так, просыпайся, у меня для тебя срочное задание. Я, знаешь, о чем подумал-то? О том, что когда вот эти оазисные деревья вырастут, мы их, негодяи такие, с тобой срубим. Растут они довольно долго. Поэтому что нам нужно? Естественно, нам нужно еще больше оазисных деревьев с тобой. Поэтому просыпайся и иди высаживай. Также собирай, наверное, вот эти все палки как раз. Отлично. Какой ты молодец. Удалить поле. Срубить лиственные кусты. Ой, они здесь в качестве декора замечательно будут стоять. Давай лучше палки переноси, эти приказы я тебе отменю. Естественный декор тоже декор, ребят, почему нет? Палки неси ближе к дому, и дальше я хотел, чтобы ты до вечера попытался... ну так, до середины пирса донеси, хорош. Вот чуть-чуть хлопка бы, да? Попробуй собрать урожай тканецвета. И... дерево тоже надо собрать какое-нибудь, потому что у нас здесь всего 7 единичек, нам нужно еще 3. Но также нам и дерево нужно на верстак из-за для... как... ох, все, запутались слова, ребятки, запутались. Проще посмотреть будет. Верстак портного, точно. 10 единиц, так, ага, вот это тоже собирай, 40 единиц ткани уже есть. Хорош. Это получается 70 единиц ткани ты набрал. Ни одной неудачи. Молодец.
Ну, грибы я уже не буду тебя просить засеивать. Как-никак 2 часа ночи уже. Так, ткани набрали. Значит, нужно набрать дерево. Палки есть. Ой, сена нету. Так, подожди. Давай палки тоже перенесем. Нету дерева и еды. Садись, покушай. Наверное, стоит навести порядок. Но это уже, видимо, с утра. Так, проснулся. Оказался полностью раздетым. Снаряжение износилось. Все, окончательно. Хорошо, что снаружи хотя бы 20 градусов. Пока спал, гипотермию схлопотал. Блин. Это вообще не круто. Ну, собирай хотя бы урожай. А, вот это сено у нас. Ой, не-не-не-не-не, подожди, ты сначала... Так а сруби его, чё ты... Блин, я запутался в этих... активностях твоих. Так, теперь... засади шлепоцветы. Отлично, земледелие, до 3 теперь мы можем сажать хлопок. Иди вот здесь высаживай, а то уже вечереет, соответственно, и холодит потихонечку. Грибы засеяли, новый урожай сена засеяли, ткань засеяли. У нас уже 2 урожая зерна тут созрело, а мы все никак собрать его не можем, потому что места нет у нас. Так, теперь собирай сено, сколько можешь унести. Сколько ты можешь? Почти все, 150 единиц на секундочку. Ну уже и огород у нас внушительный, ребята, да? Так, 23 часа. Ой, да ты туда-обратно еще сможешь сходить. Давай вот это сено тоже забирай. Египтогонии у нас рядышком тоже скоро созреют и дадут урожай, да? Замечательно. Гипотермия. Да, я понимаю, потому что ты голожопый. Порядок дома наведем утром с тобой. Просторная спальня. Ой, хорош. Так, проснулся, дома прибрался, перекусил. Теперь пофнутий дуй за вот этим вот деревом. Нам нужно с него. Сколько тут единичек? 5 есть? Нормально, нормально, нам хватит на верстак. Интересно, где мы его разместим только? Получается, что нам хватит не только на этот верстак. Ой, а может быть ты сразу... 12, да? Стеллажи бы еще. Ну, если честно, фиг с ними, с этими стеллажами. Хотя бы верстак для начала. Блин, антибиотики из кактусов. Долго, дорого, но, блин, имеет место быть. Надо об этом подумать. Дерево клади и сразу дуй. Знаешь, зачем? За едой. Еду. Здесь у нас не созрела она еще. Давай вот здесь попробуем. Счастье попытаем. У тебя неудачи не должно быть уже. Что у нас тут по грибочкам? Блин, вот это, конечно, круто. Это надо срубить. Может быть, здесь 1 полосочку ткани тоже высадить. Так, все, хорош. Собирай то, что накопил, и переноси домой. Эти приказы я тебе отменяю. Время 21 час. Слушай. А тут вот, может быть, ты до этого камушка-то дотянешься? Нам нужно-то всего ничего с тобой. Разместим тебе сразу здесь верстак портного. А, какой смысл? Не надо. Тебе верстак портного сейчас не надо. Тебе нужно перекусить. Лечь спать, естественно. Только заправить камин предварительно. Ага, хорош. А, 269 единиц сена. Давайте копируем вот это вот. Эх, как бы... Оп, поудобней-то. Да вроде бы так. Ага.
Далее. Как нам это все начать строить? Нужно все-таки... Раз, два, три. Ага, единиц. 60 ориентировочно, да? Камня. Давай, может быть, ты... Там ничего не созрело? Нет. Хранилище, склад. Вот сюда перенесешь камень. Сейчас я здесь его в фильтрах положу тебе. Отменить все. Камень. Ну да, погуляй сначала. Легкая гипотермия у тебя, не переживай, мы тебя скоро оденем уже. А вот этот вот склад. Опустошай и сноси. При этом исследование тебе нужно убрать, да, чтобы ты занялся. А что ты хочешь перенести куда? Не надо ничего переносить. Так, камушек тут. Молодец. Куда пошел? Ой, эти 5 единиц вообще не нужны тебе сейчас. Ты лучше знаешь, куда сходи. Сходи-ка ты, дорогой, за камнем. Иди, добывай его здесь. Возможно, ты добудешь у меня весь камень, чтобы прокачать физподготовку, а перенесем порционно. И довольно... Чё уже? 4-й день? Когда последнее нападение это было? Может быть, уже кто-нибудь и придет? Токсичный пепел, не есть гуд. Добывай еще камня. Что у тебя по физподготовке? 5? Перенести ты можешь 75. Хватит ли нам этого? Думаю, нет. Раз, два, добыть. Токсичный пепел — это нехорошо. У тебя будет боль, получается, да? Ты будешь испытывать. Ну, переноси сколько можешь. В 2 ходки, судя по всему, да? Тут... Еще камушка не хватает одного, да, мелкого такого? Где-нибудь вот тут вот бы взять его. Камушек я хочу набрать, ребят, для напольного покрытия. Я уж подумал, черт с ним, пускай будет каменное, хоть какое-то. Нужно потихонечку избавляться от вот этой всей красной билиберды, слишком ее много. Время 18 часов, и принеси вот эти еще остатки. Еды пока что хватает, ткань хватает, дерево на верстак есть. Самое время нам с тобой в следующий день будет строиться потихонечку. Так, 45 ты несешь, еще на 20 у тебя есть место. Агрессивные животные 45 же было, а теперь 44. Далеко? Ну, плюс-минус. Так, вот этот можешь добыть? Много камня не бывает. 43 уже их. 65 единичек, отлично. А чё вы, где вы, я еще раз... Что? Ага. Ну и ладно. Камень переноси. Чё у тебя по характеристикам? Ты сильно голодный. Да, сядь, доешь предыдущее блюдо. Хотя бы чуть-чуть восполнить шкалу голода. А потом, знаешь, как мы с тобой сделаем? Мы с тобой снесем вот эти все фундаменты от греха подальше. Потому что тут насекомые переростки. Я бы не хотел, чтобы они забирались тут что-то. Если они могут, разрушали. Лучше возьмем все, что можем. Фундаменты снесли, а тараканы прибежали целой гурьбой толпой. Сейчас мы перекусим, ляжем отдыхать сразу же. Я думаю, часов до 10 утра посидим на стуле на своем. И будем уже думать, как мы вот это все дело построим. Отлично, проснулся. Ну, в средние довольно показатели, но какие есть. Давайте возьмем вот эту стену. Снесем ее. И выделим вот это вот безобразие.
строй грунтовые полы. Полы готовы. Выбираем каменные стены. Устанавливаем вот такой вот периметр. Ой, а чё я? Я ж хотел, да, на один фундамент меньше. Зачем я построил его? Давайте вот это сразу снесем. Частично стены у нас готовы. Пафнуть и лег отдохнуть. В принципе, я его прекрасно понимаю. Ой, а у нас теперь тут верблюзебры тусят возле наших посадок оазисных деревьев. Блин, как классно. У вас тут 4 штуки, целое семейство. И здесь? Нет, здесь, к сожалению, пока что нету. Но вот это довольно мило, мне это очень нравится. А кусты я высадил, ребят? А вот я кусты где высадил. Только надо бы баланс ради кусты еще вот здесь вот посадить. Да, вот таким вот образом. Проснулся, погулял, перекусил. Давай закончим с тобой стены. И кажется, у нас камушка-то не хватит. Так, давай-ка как-то выберем крышу. Аж 18 единиц она стоит. Ничего себе. Так, и вот эту крышу, наверное, нужно будет снести. Блин, реально. Камня не хватает. А, ну тогда выходим за камнем. Ой, ты прям стену прямо сейчас хочешь построить? А зачем? Подожди, эту стену строить не надо. Зачем ты ее... А, я комнату, что ли, построил? Вот почему так много ушло камня, да? Я же вроде крышу выбирал. Чё стена построил? А, на автомате. Игра решила мне достроить стену. Не надо управлять камином. Чем быстрее достроишь ты пирс, выйдешь за камнем. Блин, ты серьезно? Чем быстрее ты вот это все сделаешь, тем быстрее мы начнем перестановку дома. Установку верстака портного и, соответственно, крафт одежды, потому что ты уже босиком слишком долго ходишь. У тебя и так астма. Кстати, пока еще умеренная. Блин, зачем я отменил? А пирс все длиннее и длиннее. Не надо управлять камином. Тебе это прям так важно, вот этот вот камин сейчас? Чё ты зацепился за него, едишкина жизнь? Так, а где у нас ближайший камушек-то? Вот здесь мы можем взять чуть-чуть. До 18 успеем. Раз, два, три. Давай, добывай. Я бы с удовольствием и из сена построил, конечно, эту крышу и так далее. Но видите ли, теплоизоляция плохая. И в те моменты, когда мы будем без одежды, нам было бы неплохо хотя бы, чтобы помещение было более-менее теплое. Че, еще 15 возьмем или на следующую ходку? Ай, время 21 час, давай, шуруй домой. Пришел, сейчас покушает, ляжет спать. И продолжим, наверное, принесем еще камня. По пути высадим ветки. Подожди, стой! Заправь камин перед сном, а тут холодно же. Гипотермию поймаешь. Ну вот, теперь плюсовая, нормально. Хотя не нормально, она тяжелая. Может быть, ты сядешь, а не погуляешь для расслабления-то?
с тяжелой гипотермией. Так себе. Все, снаружи 8. Нормально. Пошел рубить. Че пошел рубить? Блин, тяжелая гипотермия, дружище. Может... А если она будет экстремальной? Хотя вроде да, к обеду-то уже будет полегче. Все, теперь она умеренная, шикарно. А, давай, сажай. Молодец. Уже легкая, все, нормально. С гипотермией все хорошо. Че ты переносишь? Камень? Не надо, ты лучше иди добудь его. Стены нынче дорогого стоят, дружище. Блин, так мне нравится, что вокруг нас верблюзебры ходят. Такая красота. А сколько тебе нужно до 6-й физподготовки? А, ладно, не трогай этот камень. Просто если мы его... срубим и оставим в виде ресурса лежать вот здесь. И не заберем. Может быть, кто-то из агрессивных животных его решит сожрать, и мы тогда его потеряем, поэтому не надо. Ой, ну вот это вообще красота. Вот это тоже. Я надеюсь, грибы светиться начнут. Кстати, сено. Сено-то нужно еще. Так, и время 20 часов. А, смотри, что мы с тобой сделаем. Так, мы с тобой сможем... А что мы с тобой сможем-то? Непонятно, что мы с тобой сможем. Давай вот эти стены сноси. Нет. Перемести окно. А ты голодный, что ли? Ой, ну тогда приятного аппетита. Блин, только не говори мне, что ты сейчас... Ну да, тебе лучше спать, лечь, восстановиться уже. Заправить камин только. И спать уже в тепле. Ты решил порядочек навести? Серьезно? Не-не-не-не-не, ложись. На следующий день начнем с тобой вот это вот возведение. Хотя... Может быть, еще 60 камня? Не, не надо. Отлично, проснулся, покушал. Теперь смотри. Я установлю здесь тебе 3 склада, получается, да? 4 склада я тебе положу сюда. Начинай их строить. Отлично. Вот эти все опустошить и снести. Это аналогично. Занимайся этим. Сейчас я тебе только... Вот, молодец. Так, хорош. Теперь начинай потихонечку. Раз, два, три. Сносить. Сносить. Сноси стены. А крыша исчезла сама собой? Нет, крыша еще есть. А вот... Получается... Вот эти крыши сноси, получается. И... В смысле затрудненный доступ к каменной стене? Как это так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как все сложно у тебя. Вот эти стены сноси тоже. Молодец. А теперь вот здесь вот стены новые возводи. Но предварительно вот эти фундаменты нужно снести. Так, далее освобождаем немножко места вот таким вот образом.
Переноси камин. Переноси кровать. А далее переноси стол и стул. Молодец. А вот этот вот склад опустошить и снести. И, я не знаю, вот сюда пока что его воткни куда-нибудь. Нет, здесь место плохое. Давай куда-нибудь сюда. Вот. А, молодец. А дальше что мы с тобой делаем? А, возводим крыши перед сном обязательно. Строй каменные крыши, потом покушаешь. Это для нас критично, иначе мы с тобой останемся без просторной комнаты на ночь. Это не есть гуд. Хорош. Просторная комната уже готова. Как бы нам с тобой здесь разместить вот это все безобразие-то? А, примерно, ну хотя бы, я не знаю, вот так что ли. Так, а далее верстак переставляем тоже. Убираем камушек. И садимся кушать. Молодец! Проснулся, погулял, отлично. Давайте посмотрим, что у нас тут с урожаем. Ничего пока что не созрело. Деревья в процессе, верблюзебры на месте. Замечательно. А, выбираем напольное покрытие. Блин, вот деревянный паркет, ну скажите же, лучше, чем каменный, а? Просто красотища была бы, а? Блин. 72 единицы дерева, где бы взять, а столько. Ладно, давай разграничим немножко твою комнату. Вот так вот. Раз сделаем, два, три. Сделаем небольшие зоны у тебя тут. Ой, а чё, ты из-за кровати не можешь туда пройти? Да без проблем. Переноси кровать обратно. Так. Угу. Где бы разместить крафтовые зоны, да? Остается большой вопрос. Давайте склад сюда перенесем пока что. А далее во вкладке производства верстак портного сюда воткнем. Ой, ты проголодался. Ну, сядь, покушай. Низкий запас пищи. Блин, не есть гуд. Как часто я начал использовать эту фразу, а? Ой, настолько жарко, что ты даже вспотел. Ну, открой окошко, открой. И затуши пока камин. Так, давайте попробуем переместить дверь пока что вот сюда. Переноси. Угу. Молодец. А теперь смотри. Что мы с тобой делаем такое хитрое? Мы хранилище одно размещаем вот тут вот. Да, а вот это мы опустошаем. Вот это вот, вот это, ага, и сносим. Так, далее мы здесь ставим еще два. Вот это место я оставил либо для еще одного склада, либо для маслодавильни, когда она у нас появится. Надеюсь, хватит места. А вот здесь, боюсь, не хватит из-за того, что стол в упоре рядышком стоит. Далее вот это мы копируем, вставляем вот таким вот образом. И вот это, вот эту ячейку опустошить и снести. Молодец. Дверь переноси на место. А вот этот склад опустошай и сноси, и вот этот вот тоже.
Так, молодец. А, теперь выбираем напольное покрытие. Пускай будет каменная брусчатка. 108 единиц. Строй. Ничего страшного. Пускай будет хотя бы какая-то брусчатка, хотя бы какое-то напольное покрытие. Уже не будет минуса в настроении. За деревом мы сейчас не можем ходить. Это для нас слишком далеко. Слишком долго все это. Не подходит нам такой вариант. Молодец какой. Заправляй камин, разжигай, чтобы было тепло. И спать ложись. Хорош, уютная комнатка готова. Место для исследования и крафта готово. Правда, все пока что без факелов. Это вообще нехорошо. Но, тем не менее, что имеем, то имеем. По крайней мере, уже есть напольное покрытие. Можно разграничить зону на всякий случай еще вот таким вот образом. Да. Покушал, сейчас пойдет гулять. Окошко я ему закрыл. Ну, слушайте, вполне себе неплохо выглядит эта штука. Эстетики ради можно, кстати, знаете, что замутить? Можно переместить дверь вот сюда. Далее снести вот этот вот грунтовый пол. Ой. Скопировать каменный пол. И вот так вот его поставить. Ну и дверь, соответственно, на место. Хорош. А здесь мы сможем сделать зону складскую, да? Но для этого нам нужно дерево немножко. Вот примерно вот таким вот образом стеллажик разместим для пищи. И вот здесь, наверное, а по центру факел встанет с креслом. А, нет, не получится. Не хватит места тогда. А музыкальные инструменты где мы тебе разместим, а? А вот как раз здесь поставим кресло, музыкальный инструмент. И, возможно, даже куда-нибудь сюда дарт спихнем. И активностей будет у него побольше. Так, ну а пока что, начинай, знаешь, с чего? Летняя обувь, раз. Занимайся. Правда, это будет очень долго. Ой, а ты за урожаем решил сходить? Серьезно? Так холодно ж тебе, нет? Ну, ты слушай, ты, может быть, соберешь тогда урожай хотя бы с одной грядки? А то время-то позднее. Нифига себе ты, фермер. Одну штучку собрал. Нормально, блин. Собираешь тогда все, чего уж там. Блин, агрессивные животные добрались до нас опять. Кто у вас тут? Ой, и близко довольно. Маленькое шипохвостое насекомое и 5 огромных насекомых переростков. Кажется, Пафнутий, нам с тобой нужно прямо сейчас снести фундаменты. Переноси сладкие сиропы. Часть сена осталась тут, к сожалению. Ой, давай ты еще, наверное, сена... Ой, этого сиропа перенесешь. У тебя тут по процентам вообще... Ой, у тебя экстремальная гипотермия. Блин, мужик. Извини, пожалуйста. Разжигай камин. Закрывай окно. Отлично. В помещении уже плюсовая температура. Гулять не выходи. Съешь сладкий сироп возле камина. И ложись, отдыхай. Нападение животных началось. Так, а чё по настроению-то? Леденящий холод. Ну, мы сейчас... помещение прогреется, все будет лучше. Едва одетый тоже сейчас сделаем одежду. Здесь холодно, тоже сейчас пропадет. Мало развлечений, но это уже на следующую серию план.
уставший. Мне бы не помешал перерыв, это все легко исправить. Босиком, не расслабленный, немного больно, но это из-за астмы. Так. Слушайте, ну на эту серию мы план вообще выполнили гениально. Че вы сено мое жрете, негодяи, отстаньте. Ух, я вас турели поставлю, я вам покажу, что такое сено мое жрать, блин. Ты решил пошить серьезно, прямо сейчас? Тебе прям это надо? А, ну обувь, да, нужна. Ну давай, ладно, в этой серии дошивай обувь. Отлично, и ботиночки готовы. Надевай летнюю обувь. Шикарно. Ты хочешь перенести? Да нет, ты же испугаешься. Иди-ка лучше восстанови баланс. Сначала расслабление, потом отдыха. А мы с ребятками эту серию на сегодня закончим. Наверное, ложись спать. Да. Неплохо, пока идем, крутим педали, наращиваем темпы, грядки с основными ресурсами более-менее есть, дерево есть, камень поблизости где-то валяется, покушать найдем, веточек найдем, сено найдем, все, и металл рядышком лежит еще. Хорошо пока, пока нормально, держимся. По помещению у нас микрообзор, рум-тур, блин, да? По помещению... Напольное покрытие имеется, камин имеется, нету освещения. Производственные верстаки и исследовательский стол готовы, не хватает стеллажей здесь и развлечений. Но это план на следующую серию уже. Ладно, мы с этим обязательно справимся. Большое вам, ребятушки, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Не забывайте про русификатор, ссылочка на него есть в описании. Большое спасибо автору. Ну а с вами был Павел, всем вкусного чая и добра!